Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня у нас интересная новость, которая касается Mail.ru. А все, что касается Mail.ru, обычно вызывает у народа просто ужасную агрессию. А новость предоставил Лич Мендоса, за что ему просто огромное спасибо. Я сразу начал проверять, правда это или нет, обнаружил, что новость есть даже на Лента.ру, я понял, что это совершенная правда. Дело в том, что Mail.ru похоронили браузер Amiga. Да, тот самый браузер Amiga, который с 2011 года заставлял просто миллионы россиян, белорусов, украинцев дико бомбить. Немножко о предыстории. В 2011 году появляется движок и браузер Chromium. Он был полностью свободным, и поэтому на его движке начали все массово делать браузеры. Браузер был и у Rambler. Да боже мой, у кого не было вообще браузера? Я даже названия эти все вспомнить не могу. Так вот, одним из таких браузеров как раз был Amiga. В 2011 году он появился на свет. Причина ненависти к данному продукту заключается в том, что как только вы скачивали какую-либо там программу, независимо от производителя, и нечаянно не увидели очень маленькую галочку. Галочка напоминала комариные половые органы. И вы могли обнаружить, что кроме браузера Amiga, вы еще устанавливали себе целый пакет программного обеспечения, который производился компанией Mail.ru. Часто вы еще могли там увидеть игры от Alavar. Приходилось около часа, а может и больше тратить времени, чтобы всю эту срань хорошенько удалить. Больше всего это бесило, когда ты заходил к другу, девушке, к родителям, к теще или кому-то еще, и зная, что ты где-то около месяца назад всю эту срань удалял, видеть снова все это на рабочем столе. Мягко говоря, Alavar, Mail.ru поиск, Mail.ru агент, Amiga браузер были ужасом на крыльях ночи. Так вот, Mail.ru объясняют свое решение тем, что данный браузер, данный продукт потерял доверие пользователей. Они не себя винят в данной ситуации, а винят партнеров Mail.ru, которые не всегда честным способом распространяли данный браузер. Кстати, таким же неприятным способом распространяются периодически Google Chrome, Яндекс браузер, но почему-то народ особо гневно себя не ведет. Дело в том, что все-таки, наверное, Amiga это уже классика и чаще всего вспоминается он. Ну что ж, спи спокойно, Amiga, мы будем по тебе скучать. А на этом я заканчиваю данный ролик. Всем пока, спасибо за внимание. Ставим лайк, ставим дизлайк. До новых встреч!